Новая вакцина «Джонсон» уже в Приднестровье. Доставили сегодня из Кишинева 15 тысяч доз. Для нас это шестой препарат от COVID-19. Тем временем хотя бы один укол против короны получили более 71 тысячи человек. Это больше 15% всего населения. Полный курс, один укол – это особенность американской вакцины «Джонсон». Препарат уже в Приднестровье, партия 15 тысяч доз. Столько же человек может вакцинироваться. Записаться может каждый, кто старше 18 лет. «Джонсон и Джонсон» вакцина на сегодняшний день готовится разнарядка. И даже часть из административных территорий, Рыбница, Каменка, получила данную вакцину, где также будет доступна уже на следующей неделе. Она сделана по технологии, как спутник ВИ, так что люди, которые желают, смогут привиться. То есть аденовирус, содержащий штамм аденовируса 26. Эффективность данной вакцины составляет 67%. Все вакцины, ввозимые на нашу территорию, они эффективны и безопасны. Препарат хранят в обычном холодильнике. В одном флаконе 5 доз. Могут быть побочные эффекты, как и от других вакцин. Температура, боль в месте укола, лихорадка, слабость. Это все норма. Пройти должно в течение одного дня. Еще одна вакцина, китайский Синофарм, поступил накануне. 5 тысяч доз – это 2500 привитых. Курс – 2 укола, интервал – 3 недели. Сегодня, в первой половине дня, получили все административные территории вакцину Синофарм, которые сегодня они будут распределять по лечебно-профилактическим учреждениям, и население с понедельника сможет записаться, прийти в поликлинику по месту жительства, все желающие, которые хотят привиться. Еще о новых поставках. В конце июля ждем Pfizer. Ну а в свободном доступе сейчас AstraZeneca. Ее может выбрать любой желающий.